Всем привет! С вами Рос Декой, профессиональный шопер, и я нахожусь в атмосфере в магазине Дома Твин. Расскажу сегодня о самых модных трендовых вещах мужского гардероба на примере этого бутика. Сразу же обращаю внимание на манекены, когда прихожу в любой магазин, в любой бутик, и здесь манекены одеты во все модные цвета сезона. Это потертый джинсовый стиль, потертый лен. Розовый оттенок для мужчины – это вообще идеальная находка для весны-лета. Обратите внимание на силуэт, укороченные брюки. Сейчас я буквально недавно вернулся из Флоренции, там все мужчины ходят в укороченных брюках, ну, примерно как у меня. Чтобы видно было изгиб туфли, чтобы видно было носки, либо нет носков, и главное, чтобы не доходило до каблуков. Мне нравится, что здесь идет сочетание льна полированного и джинсы. Джинсы, обратите внимание, хорошие джинсы должны выглядеть вообще абсолютно просто. Меньше поцарапанных деталей, меньше заклепок, меньше рваных элементов. Вот буквально как здесь. Какое красивое место! Я всегда обращаю внимание еще на подсветку. Обратите внимание, все, что связано с хорошим светом, с коврами, с ремонтом в магазине. Это все влияет на классный шопинг, так как мы уже в магазине, перейдем как раз к новинкам сезона. Так, начнем с этого бренда. Класс вообще. Очень похоже на вышиванку. Такая же используется технология. Это не просто льняная рубашка. Обратите внимание, на ней прям вышито. Смотрится она классно. И это лен стопроцентный, стопроцентный лен. Но выглядит из-за того, что полированный лен, она не выглядит сильно мятой. Вот многие переживают, что возьму себе льняную рубашку на лето, да, и она будет мяться. Если берете льняную рубашку, обратите внимание на ее структуру, да, то есть у нее грубая структура, эта фактура. Самое важное, чтобы она была полированная, эта фактура. То есть так вы спрашиваете у продавца, это полированный лен? Либо вы увидите, как он немножечко лоснится, да, то есть это значит полированный лен, он несколько раз стирался, он выглаживался при температуре, потом садился, потом эту ткань кроили и шили из нее рубашку. Она никогда не сядет, не растянется, но при этом будет оставаться свойство льна, да, то есть чтобы тело дышало, но не будет выглядеть как из обувь. Что классно летом, это берешь какую-нибудь обувь, и ты понимаешь, что в любой обуви будет жарко. А вот это в руках, ну, весит грамм, наверное, 50-100, в общем, абсолютно легкое, как облако. Это важно для мужчины. Кстати, и классическую обувь тоже обратил внимание. Во-первых, цвета темно-синий под джинсы классно будет смотреться, да просто под белые брюки будет красиво смотреться. Графитовый. Основная проблема вот такой обуви классической в том, что они очень много весят, но эти просто невесомые. То есть за счет, наверное, технологии, потому что здесь из пены сделана подошва. Видите, она абсолютно легкая. Ну как? У меня в руках она абсолютно легкая, но и на ногах тоже легкая. Для летней обуви это просто супер, и для классической. Вроде бы простая рубашка классическая, но с очень классным воротником. Это называется акулий ворот. Часто используют итальянцы. Очень-очень развернутый воротник. И очень красиво будет смотреться под пиджак, либо даже просто без пиджака. Так, вот это вообще просто бомба. Это цвет сезона. Стилисты его называют марсала или винный, да, я его называю красно-кирпичный или томатный. Ну, а обычные люди его называют просто бордовый. Но это считается цвет сезона. О, ну и, конечно, любой образ не может не обойтись без светлых брюк. Светлые брюки – это must-have любого гардероба на лето. Сделано очень клево, кстати. Я всегда смотрю, что тут внутри. Фурнитура. Идеальная подкладка, тонкая. Состав тоже очень интересный. 55 хлопок и 45 лен. Когда сочетается хлопок и лен, тогда лен не будет выглядеть слишком мятый, а хлопок придаст ткани еще более благородства, чем просто чистый лен. Еще одну штуку покажу вам. Это плащ. Плащ вообще вещь незаменимая в любое время года. И в этом цвете, конечно, он очень хорошо смотрится, потому что это защитный цвет. Класс, вот это да, сделано очень красиво. Вот, и под этот цвет подходят практически любые оттенки костюмов, брюк, пиджаков. Я его рекомендую не только взрослому поколению, но и молодежи. Вот сейчас мы продемонстрируем на модели, как он будет выглядеть. Так, где Андрей? Андрей, где ты? Вот идет Андрей, смотрите. Как раз он в этом плаще, в футболке, твин. Твин, кстати, как переводится? Дамат переводится жених. Жених, а твин? Твин никак не переводится. Дамат, слушай. Ну, ты выглядишь действительно как жених, который
собрался на современную свадьбу. Брюки я бы реально вот, ну, сделал бы покороче. Обратите внимание на эти детали, да? Настолько классные продуманные детали в этом бренде, что вот брюки хочется подвернуть и показать вот эту часть, вот полосатую, красно-синюю. И манжет можно еще пошире сделать. Сейчас в моде широкий манжет, чтобы можно было действительно кайфануть и не жарко было. И брюки смотрелись по последнему писку сезона. Так, ровно сделал? О, класс вообще, с первого раза. Вот так вот сейчас носят брюки, чтобы видно было твои клевые кроссовки, укороченные брюки и стритвировский вот такой плащ, который под все подходит. По-моему, очень неплохо вышло, да, да. Спасибо, Андрей. Кстати, вот эти брюки, которые были на Андрее, вот, если приблизить камеры, можно увидеть, что здесь используется классический узор. Узор называется «гусиная лапка». Этот узор всегда будет выигрышно смотреться и в классике, и в кэжуале. До новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь и ставьте колокольчик. Вам нужно быть в курсе всех новинок ваших любимых брендов. Оставайтесь в тренде вместе с нами.